Шарик подвешен на нити длиной 2 метра. Раскачивается. В момент прохождения положения равновесия скорость шарика 3 метра в секунду. Каково центростремительное ускорение шарика в этот момент? Для начала запишем дано. Длина нити 2 метра. Скорость v равняется 3 метра в секунду. А центростремительное неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу центростремительного ускорения. А центростремительное равняется v квадрат, деленное на r. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой и напишем центростремительное ускорение. А центростремительное равняется v квадрат, деленное на r. Подставим сюда наши значения, найдем результат. Тогда у нас получается скорость это 3 метра на секунду. Все это в квадрате. Знаменатель – радиус. В нашем случае это L – 2 метра. Посчитав, получаем 4,5 метра на секунду в квадрате. Запишем ответ. А центростремительное равняется 4,5 метра на секунду в квадрате. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.